7 декабря 1944 года. Войска союзников пересекают границу Бельгии с Германией и сталкиваются с ожесточенным сопротивлением немцев близ городка Бергштайн. Высота 400 является ключевой позицией. С нее немецкие наводчики наблюдают за всеми маневрами союзников в радиусе нескольких километров. Заградительный огонь немцев приводит к многочисленным потерям среди войск союзников. Второй батальон американских рейнджеров готовится захватить высоту 400, чтобы лишить немцев тактического преимущества. Штаб хочет, чтобы мы примерзли задницами к этому холму до завтрашнего вечера. Но сначала мы должны выбить ганцев из этого городка. Не отходи далеко! Окей, идем! Немецкие солдаты! Огонь! Огонь! Переведите! Огонь! 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 Огон
перегорожена. Срежем путь на восток. Пошли. Thank you.
хорошо, ребят. Мы собираемся тут оковаться и ждать остальную часть роты. Будьте начеку. Могут быть контратаки. Тот холм на севере кишмя кишит фрицами. Завтра утром мы додержимся. Рассеяться! Мне нужен тот пулемет! Установить посты на пересечении! Обыщите дела на предмет документов!